Самым популярным средством детской безопасности для установки на окно является ручка с ключом. Чем она хороша? Тем, что сохраняется функция проветривания. То есть мы привычно поворачиваем нашу ручку наверх, блокируем ключом ручку, вынимаем ключ. Мы можем проветривать, но ручка не поворачивается. Чтобы ручка снова стала поворачиваться, мы проворачиваем в обратную сторону ключ и уже закрываем окно. Снова вставляем ключ, проворачиваем. Все, окно зафиксировано. Помните, что ключики нужно хранить в недоступном для детей месте.